смотрите, все очень просто. Мы с вами принимаем как то, что вот нам не нравится. Вот у меня там, у меня с деньгами плохая ситуация. А теперь мы с вами просто берем, у меня шикарная ситуация с деньгами. То есть деньги ко мне приходят легко и просто, да? Но организм наш, наша структура не верит в это. Ну, что ты сказала? Он сказал, я тут четко знаю, а ты сказала. Значит, вот хотя бы начать дней 30 поделать вот такую практику. Буквально это практика нескольких минут. Поймали себя в состоянии благодарности. Вот сейчас кто нас слушает, кто слушает запись или прямой эфир, почувствуйте такое вот состояние благодарности. За что вы благодарны жизни? Там, вот такое состояние, когда сердце открыто, вот так вот хорошо, так вот я так благодарен, что у меня там детки, там квартира, там муж, еще что-то, жена. Поймали вот это вот состояние, и теперь скажите себе, деньги ко мне приходят легко и просто, это вот про вот эту, да, или там, я живу в шикарной семье, у меня хороший муж, или у меня там любимая жена любящая, и вот это у себя в сердце, вот, вот прям так вот вошли в это состояние, вот будучи в состоянии благодарности, примерили на себя как бы вот эту новую ситуацию. И дышите, так дышите, расслабляя каждую клеточку тела. Вот как будто бы все тело начинает пропитываться новой информацией. Оно, конечно, будет сопротивляться, будет чесаться, будет сжиматься. Да. Но таким образом можно на себя примерить, надеть на себя вот эту вот как пальто любую жизненную ситуацию. И при помощи вот дыхания, будучи в состоянии вот этой благодарности и держав фокус внимания на желаемой ситуации, вот прям желаемой, да, вот, как будто бы как новое пальто, новую жизнь на себя надевать, примерять. Дышим, расслабляемся, вот так вот каждую клеточку расслабляем. И прям вот входим. Сначала будет сложновато, но чем чаще вы будете проделывать эту практику, тем больше ваше тело будет верить в то, что это так. Потом буквально через неделю, через пару недель, сначала могут случиться какие-то там такие, может быть, не сразу там позитивные совсем изменения, но буквально через неделю, через пару недель уже вы будете видеть по этой теме отклики пространства, уже будут... Как это будет выглядеть в виде возможностей? Кто-то что-то сказал, пришла новая возможность. Познакомились с женщиной, с красивой. Предложили работу. И вы видите, что там, и понимаете, что оно так и работает, оно начинает проявляться в жизни. Это шикарная техника. И вы можете менять так абсолютно. Вот все, что вам позволено, вы сможете изменить. Не позволено, просто принимаем.